накладывали, я читала, вполне успешно. Вот я сейчас за последний год замечаю, что ну, просто невероятное количество змей. Никто этим не занимается. Просто вот я же не раньше в лес заходила там сейчас. Ну, раз в неделю увижу, сейчас просто по 10 штук. Гадюки и даже не участка распадают. Плюс краев губят леса. Раньше тоже, опять же, обрабатывали леса. Просто сейчас огромные, ну, касательно моей дачи, просто огромные куски леса гибнут. Вот что-то с этим делается, планируется, тут, конечно, никакого бизнеса, но просто надо спасать природу. А, про змей не отвечу, но могу только подтвердить этот факт. Ну, действительно, огромное сообщение от лесников, из наших лесничеств, что аномалии в определенных районах, прямо не единицы даже, а вот сотни этих уст, потому что клубки этих змей, вот, которые, да, селятся локально, у меня полно этого видео в телефоне, но мы пока не готовы четко ответить на вопрос о том, как решать. Мы сейчас активно консультируемся со специалистами в этой области, что нам с этим делать, и я думаю, что мы к решению к какому-то придем. Что касается короеда, мы, конечно, не сможем вернуться к старой советской практике, просто вот обработки лесов соответствующей химии, вот, которая использовалась в том числе и потому, что у нас уже нет таких огромных массивов лесов, которые можно обрабатывать, например, с самолетов такими массовыми таким ковровым способом. Вот. И, конечно, с учетом этой борьбы с короедом, которая там с 2012 года несколько лет активно велась, вот, у нас эта проблема, ну, хоть и не исчезла полностью, но она, в общем-то, локализовалась. Я думаю, что мы справимся без таких вот массовых способов с краедом, по крайней мере. Но со змеями вы правы, да, мы занимаемся этим решением пока нет. У нас здесь присутствуют представители фонда Верховья, которые являются и бюро, и специалистами и по флоре, и по фауне. Я думаю, что это вопрос скорее к ним. Может быть, Павел Владимирович прокомментирует, Конкретно по змеям я не являюсь глубоким специалистом. Вот сейчас недавно вышло в свет третье уже издание «Краски Московской области». Пока вот специалисты-герпетологи, отвечающие за этот раздел, оставили этот вид в «Красной книге». Гадюку. Вот, гадюку, да. Может быть, еще через 10 лет, «Красная книга» раз в 10 лет пересдается, он и будет исключен, если продолжится рост численности этого вида. Вот, пока, так сказать, наблюдаем. Гадюка сейчас обычно в северных и восточных районах области, в отдельных местах по югу кое-где. Вот. В остальных местах это все-таки пока еще очень редкий и полностью отсутствующий вид змей. Вот. Его численность была подорвана в связи с сбором, с готовкой яда, а также в связи с истреблением населения массовым. Вот. Ну, сейчас потихоньку восстанавливается. Если дальше станет обычным, он будет исключен из красной книги. Что вот можно, наверное, сказать. Гадюка сама не нападает на человека. Если вы на нее не наступаете, ее не хватаете в руки, то она не будет вас кусать. Вот. Да. Я думаю, что опять же Павел Владимирович нам подробнее расскажет, что мы охраняем в данном ОБТ. Красную книгу мы подарим, а когда будем прощаться. Вот, соответственно, о том, что кроме гадюк туда занесено и насколько богата природа Московской области, вы узнаете, почитав ее. Но я бы хотела еще предоставить слово Элеоноре Ашотовне-Пановой, генеральному директору Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», чтобы она рассказала о том, как здесь существует сибирская ОБТ, новая открытого, и, собственно, давно существующая учебно-спортивного центра. Добрый день, уважаемые коллеги. Несколько слов об истории «Планерной». Наверное, это удивительно будет, но «Планерная» существует с 1935 года. Через год этому центру будет 85 лет. Территория спортцентра 97 гектаров. За все это время нам удалось сохранить вот такое удивительное место, которое я называю подмосковной Швейцарией. Что представляет из себя Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»? Это база подготовки сборных команд страны по таким видам спорта, как конный спорт, современное пятиборье, лыжные гонки, баскетбол, бейсбол, борьба, авиамодельный спорт и еще ряд других видов спорта. На спортцентре занимается 2500 детей в детских спортивных школах. Есть у нас отделение по терапии, где занимаются детки с ограниченными возможностями.
База проводит огромное количество спортивных мероприятий. Это чемпионаты мира и Европы, это чемпионаты России, спартакиады учащихся России. Что еще рассказать? Что находится на территории спортивного центра? На территории спортивного центра находится 5 конюшен, где стоят 200 голов лошадей, 2 конноспортивных манежа, гостиничный комплекс, плавательный бассейн, лыжная база с прокатом лыж, спортивные залы, зал борьбы, зал для занятий баскетболом, плоскостные сооружения для занятий конным спортом, бейсболом, легкой атлетикой, лыжеролевная трасса 2,5 километра шириной 6 метров, бейсбольный, биатлонный стадион для стрельбы из пневматики. Чем еще интересно, наша база. Ежегодно мы проводим, это уже в течение 15 лет, вам, наверное, интересно было сказать, мы в течение 15 лет проводим благотворительные елки для детишек с ограниченными возможностями. Сами ставим спектакли, сами покупаем подарки. Вот. Но вам интересно с точки зрения, наверное, экологии наша база. Я хочу сказать, мы очень внимательно относимся к этой теме. Могу сказать, что 5 лет назад мы с помощью Министерство экологии Московской области, Департамента водных ресурсов России произвели очистку речки Сходня на территории 700 метров. Кроме этого, мы ежегодно, так как лыжные трассы наши проходят не только на территории Планерной, но уходят далеко в лес, мы очищаем лес от валежника, от бурелома ежегодно. И вот, наверное, как-то не случайно судьба свела сегодня нас вместе. Наверное, вот та проблема, это инфраструктура и ОБТ, наверное, может реализоваться вот у нас. Мы говорим об экотуризме, например, у нас конный спорт, мы можем организовывать, например, конный туризм. И несмотря там, на небольшие расстояния, мы можем организовывать конный туризм. Я думаю, что нам эта тема очень близка. И мы, например, будем, наверное, обращаться с огромной просьбой в Министерство экологии Московской области с тем, чтобы установить координаты, наверное, и сделать лыжных трасс в нашем лесу таким образом, чтобы москвичи и жители Московской области, которых в течение сезона лыжного у нас бывает огромное количество, порядка у нас мы за сезон пропускаем около 50-70 тысяч человек лыжников. Хотелось бы закрепить вот эти лыжные трассы в нашем лесу. Ну что мы еще, я забыла вам сказать, что мы проводим такие мероприятия, как Лыжня России, Московская Лыжня. Вот с этой поляны, которую вы видите, где идут наши спортсмены, вот, у нас стартует порядка 20 тысяч лыжников. Первое воскресенье февраля, второе воскресенье февраля мы проводим такие крупные массовые мероприятия. И я счастлива, что Минэкология сегодня занимается вот этим особо охраняемыми территориями, потому что мечта всегда, я 40 лет работаю на плане, и моя мечта всегда была сохранить этот уникальный кусочек в том виде, в каком он есть. Борьбы было немного, но вот я счастлива, что существует план, существует такой заповедный кусочек, и вместе с Министерством экологии, я думаю, что мы найдем какие-то точки соприкосновения для того, чтобы реализовать те программы, которые вы задумали. Спасибо, спикеры.